Японское оборудование самого высокого класса позволяет, по словам врачей, проводить неотложную хирургическую диагностику желудка и двенадцатиперстной кишки, удалять камни в желчном, делать видео и фотоизображения манипуляций. Тут многочисленные функции увеличения, записи, функция NBI, которая позволяет более детально смотреть на слизистую оболочку, на мелкие структуры, проводить дифференцировку там между нормой патологии, онкопатологией в том числе. В основном на этом оборудовании будут обследовать больных хирургического отделения, но не только их. Практически всем пациентам перед операциями необходимо обследование желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы избежать эрозии и язвенных кровотечений. К слову, в обновлении материальной базы нуждаются почти все отделения больницы. Подобные эндоскопические стойки нужны и в хирургическом, и в гинекологическом отделениях. Травматологам требуются новые рентгеновские установки. И самое востребованное, это, я думаю, что это операционные столы, потому что некоторые столы, столам уже больше 30 лет. Мы сформировали заявку, надеюсь, что нас услышат, что им требуется замена. Помощь экстренным больным должна быть не только оперативной, но и высокотехнологичной, уверен главный врач больницы. Так что финансовой поддержки от Минздрава ждут и в этом году. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.